Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Звездные войны, Павший Орден Джедаи. Не обращая внимания на голос, я немножечко приболел в процессе серии, как бы немножко подробнее расскажу про это все. Вот такой голос будет в этой серии. В прошлой серии мы нашли себе нового компаньончика, вот ее помнишь? Ее помнишь, да, с прошлой планеты? Вот ее с прошлой планеты, она там немножко помогла, мы, короче, полетели на следующую планету. Что у нас за задание? Что по заданию? Открыть древнее хранилище на Богана. А древнее хранилище, наверное, вот тут же, блядь, где-то расположен, нет? Мне ждали, мне должно быть какой-то путь, куда древнее хранилище, собственно, открывать. Ну, наверное, вот прям финалочку. Погнали. В процессе мы обо всем разберемся. Новая задача отмечена на Галатроне. Галакарте. Галакарта, Галакрон. Хорошо. Вспомнить бы, конечно, как тут еще где бегать. Было бы просто замечательно. Но, потому что я дорогу вообще не помню. Ой, сейчас чихну. Ой, закрывай уши. Нет? Вот был позыв. Короче, будь готов. Когда ты заметишь, что я чихаю, лучше уши закрыть, потому что чихну я очень громко. По поводу голоса, болезни, что хотел подробнее рассказать. Что, ну заболел. Как-то в субботу утром просыпаюсь, болит очень сильно горло и говорить почти не могу. А это было сегодня, чтобы ты понимал, пятница. А это было субботу, неделю назад. Я целую неделю вот с таким вот горлом. Опа, захватился. Еще бы чуть-чуть и не захватился бы. Еще бы чуть-чуть точку. Дело в том, что как бы температуры особо нет. Ну, то есть, ну, поднимается там 37,5. Ну и все. И больше не поднимается. И такая, типа, да ну и норм, так, как бы, все. А голоса нет. Голоса нет, горло болит, тяжело говорить. У меня закончились, в принципе, серии, которые я наснимал. Был запас небольшой серии, хватило на недельку. Я, то есть, повезло. Просто повезло, что я вот буквально там до этого в пятницу я отснялся. Оу, что это было? Буквально там в пятницу я отснялся и смог, ну, было что показывать. Было, всю неделю тебе было что смотреть. Так, а я вот... А нет, не в тупик сюда. Ну, собственно, вот. Все прелести любимой моей болезни. Все, что я ненавижу. Хрен с ним была бы температура. Температуры почти нету. Самая поганая. Вот 37,2. Вот самая поганая температура. 38, когда ее можно сбивать. 37 сбивать нельзя. Типа, и ты вот лежишь, мучаешься с этой 37,2. Ну и голоса не было. С субботы по понедельник еле говорил вообще. Потом потихонечку голос остановился. Но ты слышишь сейчас до сих пор, как бы до сих пор не то. Не то, правильно? Как бы не удивляйся. Не удивляйся. Это вот какие-то странные события произошли с голосом. Ну вот так. Я надеюсь, что я потом как бы немножечко вернусь. Вернусь в форму, голос вернется. Потому что мне не нравится, что я слышу. Мне он абсолютно не нравится. И, ну, я, собственно, и не записывал, потому что я садился, пытался записывать. Я чувствую что-то необычное. Я хотел озвучивать. Прозвучит странно, но я думаю, что это Астриум. Чем ближе мы к хранилищу, тем сильнее это чувство. Осторожно, приятель. Мы пока не знаем, как это работает. Давай, договорите, а потом я продолжу. Вот, что я говорил-то, собственно. Я же всю неделю почти не говорил, я дома сидел, я взял больничный. Как больничный, типа, я отпуск на работе оформил, потому что отпуск выгоднее. Ну, не суть, это вообще не суть. То есть я сидел дома и ни с кем не разговаривал. И, блин, ты надоело, хочется попиздеть, хочется выговориться, поиграть хочется, в конце концов. Целую неделю не играл ни во что. И думаю, да все, черт с ним, сажусь, снимаю, как получится, так и получится. Надо же потихоньку возвращаться в форму. Надо возвращаться в форму, чтобы... Да, здесь помедитирую, чтобы сохраниться. Надо возвращаться в форму, радовать новыми сериями. У нас там ждут остров, нас там ждет много чего интересного. Решил вернуться, кстати, немножечко позаписывать джедаев. Там у нас, помнишь, есть еще Хогвартс. Есть еще... что там? Control, Hi-Fi есть... Я думал, кстати, Redfall записать. Меня хватило на 40 минут. Я дропнул эту, с вашего позволения, назову игру, но я бы ее так не называл. То есть, ну, дропнул почти сразу. Меня надолго не хватило, я записывать это не буду. Может быть, патч выпустят, я запишу, ну, как бы... Планировалось, да перепланировалось. Вот как бы так. Погнали! Мы привезли сюда этот Галакрон. Мы за ним охотились все это время. Все это время мы пытались... добыть Галакрон. Посмотрим, что из этого получится. Вот это да. За Галакрон. Это огромный Галакрон. А, это и есть Галакрон? Что-то с этой стеной. Какой?
С этой? Да, давай проверим. Давай. Давай проверим, без проблем. Взаимодействие. Это типа экран? Кэл. Это доступ к каким-то... О, да, доступ к воспоминаниям, прикольно. Кстати, вышла вторая часть «Звездных войн». «Феникс» вышел. Блядь, стоит 70 баксов. Я что-то такое не ожидал вообще такого ценника, если честно. Я думал, хотя баксов 40, я бы еще, ну, позволил бы себе купить. Но 70? Ребят, извините. Я цивилизации тем, кто придет после нас. Даже мудрость и технические достижения не спасли нас от вымирания. Это Зефа, мудрец Зефа говорит. Догматизм сбил нас с пути гармонии, и со временем гордыня погубила нас. Вон стоит, ляса точит. Ляса точит, разговаривать стоит. Ну так вот, 70 баксов, ребят, ну извините меня, многовато. Тем более игра, опять же, сломана. На оптимизацию все жалуются, типа, играть тоже невозможно. Я вообще никогда, ну, не смотрел отзывы, ничего не вообще не узнавал про игру, какая она плохая. Садился, просто играл. Но вот с Redfall'ом я обжегся. Прям я сел играть, такую сделал просто. Просто меня чуть не вырвало, блядь. Ну ладно, шучу, но она прям очень плоха. А на что-то на Феникс 70 баксов я пока не готов отвалить. Подождем пару патчей, тем более, судя по моим просмотрам, мы желали, тем сильнее разрушали. А нечего было контроль желать, Зефа. Я веду остатки своего народа в неизвестность, в надежде, что мы обретем огонь. Ага, рассыпался в хлам. Не захотел разговаривать со мной, что ли? Ну, понятно, народ увел в бесконечность, покой, все дела. Мне-то что делать? Мне нужно найти этих джедаев. Я научу их владеть силой. А вот и джедаи. Начнем с физической подготовки. Что такое сила? Соберитесь вокруг. Мастер Кестис, думаете, империя нас найдет? Это будущее? Это, получается, будущее какое-то? Так вот, что я говорил? А, и, ну, смысла пока не вижу. Прям, знаешь, я всегда старался самые-самые новинки покупать, играть. Но что-то результаты канала это не приносит, поэтому будем по кайфу. Буду снимать по кайфу. Что-то нравится, то и будем снимать. Хочу Феникс снять, но потом. Не сейчас. Может быть, зарплаты денег лишних до хера отвалят. И я такой, ну, 70 баксов на игру на пару часов. Сейчас. 70 баксов там за 30 часов заплатить нормально. Будет. Я, если я посчитаю так, то, конечно, так сделаю. Если не посчитаю, то не посчитаю. Все. Так, а знаете, что надо делать с юнингами? Нам как бы в фильмах показывали. Есть, смотри, есть стул, один стул и четыре юнинга. Как всех посадить на стул? Есть два решения. С синим мечом и с красным мечом. Это все мемы из ВКонтакте. Я здесь не... Это не я придумал. Это не я придумал. Убить троих или перевернуть стул? Вот такие варианты ответа. Обожаю просто. Я такой юмор обожаю. Полезли, Кэл. Лазишь по стенам, как мастер просто. Вот что стена поменялась. Это империя. Мастер, а. Мы будем с ними биться. Инквизиторы нашли нас. В смысле нашли? Они идут. Ты юнингов в бой повел? Придурок. Их надо было уводить, спасать, это ж дети. Не, ну Кэл не такой дурак, чтобы юнингов вести в бой. Они ж вообще ни хрена не умеют. Захватить юнингов, остальных убить. Они быстрее, огонь! Блин, она штурмовика завалила, да ладно. И это что, прошлое? Это будущее, наверное, они же Кэла назвали. Настя. Они не могли далеко уйти. Сейчас нападет? Подаван. Даже не юнинг, а подаван. Мастер Кестис, помогите! Выдвигаюсь! Так давай, помогаем! Опа, 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 все, все, все. Ты спасен, братан. Может быть спокойно. Ну ладно, шутим, шутим, знаем. Знаем, что не спасен. Мне просто интересно. Что это за видения такие? Не спрячешься. Ты умрешь. Блять, обязательно среди них будет этот охотник.
Не, ну жестко, жестко. Как он сейчас, видя эти видения, вообще, ну, будет продолжать их поиски? У него же все желания отобьют. Трио. Сдайся сейчас, и мы пощадим самых юных. Вот так, на колени. Меч доставай, ты чё, Кэл? Я пока вообще не... Что за приколы? Это возможное будущее или будущее, которое точно будет напугало меня? Ну всё, да, тогда. Страшно. Что с нами будет? Вас сломают и сделают инквизиторами стопудово. То, что было с Трилой, будет с вами. Вот. Сейчас передо мной закроется опять. А не, не закроется. Блять. Сука, только расслабился. Только расслабился, меня опять напугали. Это хоррор, что ли? Я не понял. Я где-то пропустил описание. Удерживайте, что... А, ну да. А почему меч красный? У меня не красный меч, у меня синий. На костюм, блять, посмотри. Он в костюме, он в форме инквизитора. Да не сломают, Кэлла, вы чё? Какого? Почему он? А, это он видит себя в зеркале, получается. Все, нормально, все хорошо. Вот, все. Это, так, так-то лучше. Не надо становиться инквизитором, это плохо. А, вот, Голокрон. Это та зеленая штука, которую мы видели в видениях. Блять, Трила. Я знал, что встречу тебя здесь. О, какая удивительная. Пора продавец. Махаться не на жизнь, а на смерть. Я-то думала, что ты славишься упрямым упорством, из-за которого постоянно страдаешь. Как ты нас выследила вообще? Тебе стоило устранить меня еще на браке. Часть плана. Я сохранила жизнь Падавану ради приза, что дарует мне благосклонность Императора. Думаешь, я позволю тебе забрать Голокрон? Конечно, нет. У нас обоих есть гордость. Но твоя обрекла на смерть всех чувствительных к силе детей из списка. И тебя самого. Ты права, Трила. Я упрямый. Погнали махаться стрелой, наконец-то. Сейчас мы сможем ей что-то сделать, нет? Блок же я поставил. Опа! Ха-ха! Не ожидала, да? Я тоже так умею. Так, я... Блин, не успел. Лучше с ней сражаться одним мечом. Это же один враг. Блин, слушай, она все мои удары блокирует. Б, погнали. Он забрал меч. Осторожнее с мечом. Он был в аду. Что с мечом было? А, воспоминания типа. Останьтесь. Мы должны держаться вместе. Нет. Я отвлеку их, а потом вернусь к вам. Охраняй юнлингов Трилла. Бля, соседи заебали нахуй. Да прибудет с вами сила. Ту неделю, блядь, ебучий ремонт. Останьтесь. Трилла, что с нами будет? Не бойся. Не бойся. Да ничего, сейчас схватит этот инквизитор у тебя. Это вообще печалька просто.
Это в этот момент, получается, на темную сторону силы хлебнула или что? Она же рассказывала, что обратилась к темной стороне, поэтому сейчас к силе не обращается. Голокрон-то украли. Ты решил себе меч приберечь? Я буду сейчас с двумя двойными. Рождение инквизитора. Так, это мне эту кнопку. Ну, здесь описано то, что происходило. По поводу соседей, кстати, тоже прикол. Всю неделю, ну, дома сижу, болею, у них всю неделю ремонт, блядь, свелят без остановки. Я просто уже я так остро реагирую, потому что достали, если честно. Если честно, очень сильно достали. У меня башка раскалывается, блядь, а у них постоянно сверление просто. Так, а как выйти? Выйти-то как? Так, здесь были выходы, нет? Может быть, все-таки вот туда, куда я сразу бежал? Это же стекло, нет? А, это проход. Я думал, это стекло черное, такое же, как там. Ну, класс, что? Круто, круто. Ой-ой-ой, ты посмотри, сколько их. Сохранимся, может? А давай сохранимся. Смысл какой, что терять? Я жизни немножко восстановлю. Может, я сейчас, кстати, восстановлю того чувака внизу, этого, отдохнуть. Там же снизу бегала, помнишь, животиночка, мы сюда сейчас приходили? Она там была. Если ее восстановят, это будет очень хитро. Очень хитро будет. Так, у меня, короче, неделька была очень, очень веселая. Вот тут, блин, до сих пор стучат. Они просто хорошо стучат, не сверлят. Слава богу, не сверлят, блядь. Сегодня сверлили с 9 утра. Вашу мать, блядь. Стучат аж в зубы отдает. С 9 утра до 3. Ну, сейчас, ладно, сейчас без 15:03. Мы начали снимать почти. Короче, вот до двух. До двух они стабильно долбили, блядь, безостановочно просто. Не вылезет, да, вот эта животинка? Давай. А, нет, вылезет. Я буду просто пока блок держать, они по мне будут стрелять, а я буду держать блок. Как разбираются, я чё, дурачок, что ли, туда лезть? Эта жабка очень сильная на самом деле. Она так просто не сдастся. Я лучше припрячусь пока. Я забыл, как там... А, приседать же нельзя точно. Это ж не стелс. Надо подальше отбежать, чтобы просто следующей целью она не меня выбрала. Мое любимое в этой игре. Стоять, смотреть, как фауна разделывается с имперцами. И чуть стоим, не дергаемся. Ну или имперцы разделываются с фауной, мне тоже неплохо. Она отряд уже один развалила. Сейчас, видимо, этих двоих добьет, потом к тем побежит. А, все, положили ее, жалко. Блин. Ну давайте. У кого пулемет? Я бегу быстрым. У меня должен быть этот прятаться. Ладно. Они вдвоем! Они вдвоем с пулеметом, я даже не заметил. Да. Ё-моё, еще бы чуть-чуть не и это бы получилось бы не очень хорошо. Блин, у него был этот красный удар, я не заметил. Да скинь, полетел. А не добиваешь? Минус. Ну давайте. Минус. И тоже не добиваешь. Да, я хотел притянуть его сюда. Вот. Красиво, просто красиво и чисто. До корабля сейчас меня будут здесь сплошные эти клубы встречать или что? Заброшенная мастерская. Здесь по идее, ну как бы никого не должен встретить, правильно? Хотя сейчас открывается дверь и тут враги нет. Мне просто вон туда надо. Вон туда. Стреляй. Ну. Ага, ты этого выбрал. Очень жаль. Очень жаль, что так получилось. Нечего стоять на обрыве перед джедаем, который может притягивать к себе. А возле самого корабля никого, что? Да, не может быть. Они типа вот весь Богана решили такие, мы захватим здесь везде, а вот возле корабля не будем патрульчик ставить. Или ведьма с ними разобралась? Вряд ли.
Так, а у меня по заданию вообще какая задание? А, вернуться на богомол, все. По заданию все правильно делаем. По заданию делаем все чики-пики. Все живы, все спокойно, все нормально. Меч забирай свой. Я все видел. Все видел. А тебе и Трилли, и через что вы обе прошли. Мне очень жаль. А, водичка огонь. Я был глуп и самонадеян. Я и не представлял, что с тобой было. Галакрон у нее. Ну еще бы. Но куда она направится? К Дарту Вейдеру? Нет? Я в ответе за путь, который выбрала Трилла. Ну да, как бы да, согласен. Ее действие сейчас расплата за все мои ошибки. Тоже верно. Ты ее не уберегла. Ты же, получается, в прошлом этот учитель. Да, мы в ответе, но в наших силах все исправить. Твои слова, Цере. Ты прав. Я знаю, где искать. Где? Есть крепость, куда ведут джедаев, а выводят инквизиторов. Ужасное место. Я сбежала оттуда. Не думала, что снова вернусь. Теперь ты не одна. Ты пойдешь с другом. Прямо она пойдет? Я думал, на корабле будет сидеть. Нет? Нет. Цера, нет. Я же сказал нет. Не пойдет она. Со мной пойдет джедай. О, силу использовала. Ха! Она ж клялась, склонись. Не будет. А, она решила его посвятить в джедай? Он есть право на это? Джедай может посвятить джедай. Ну ладно, я уже махаюсь неплохо. Ну, на самом деле, как для джедая прям. На сегодняшний момент Кэл, в принципе, джедай. По праву совета, по воле силы, Кэл Кэстис. Встань, рыцарь-джедай. Теперь ты готов. Как и ты. Бля, такой момент в игре, а вы там, сука, стучите, падлы. Громко так стучат. Я не знаю, на микрофон не смотрел, но надеюсь, не будет слышно. Тихо. Да, бля, не буду я ловить и посмотреть. Да, блядь, долбали. Ты мне хоть не снимай. Мне нечего выкладывать будет. Слишком тихо. Грис, не парься. Мы едем в крепость инквизит. Погнали. Крепость инквизиторов, так крепость инквизит. С удовольствием. Ты отлично справляешься, Кэл. Спасибо. Поехали использовать галотранслятор. Так, а где крепость инквизиторов? Вот это? Нур. Нет. Нет, не Кошеик. Не Зефа. Не до там. Вот это, наверное, Нур. Мы здесь не были еще. Ноль. Ноль исследован. Ну, вон, видишь. И все, отправиться. Поехали. Скорее всего, туда. Скорее всего, на эту планету. На планету Нур. В юности я думала, что мы с Кордовой исследовали всю галактику. А на самом деле... Сестра мы не видели и тысячной доли. А ты много где бывала? Нет, она штука на Датамира. Лишь на Датамире. Выше я оттуда вылезли. Меня учили отвергать остальную часть галактики. Чужаки означали опасность. Хотела бы я сказать, что твои сестры были неправы. Но они просто хотели покоя. А я не хочу. Я хочу познать галактику и тех, кто сражается за нее. Тогда ты на нужном корабле. Завидую, у тебя столько всего впереди. Чудесные пейзажи, неизведанные краски, еда, искусство, музыка. В разгар войны легко забыть о существовании таких вещей. Но они есть. Мы вот-вот выйдем из гиперпространства. Ебучий шумодав не справляется, я видел, они бьют, у меня все волны прыгают, блять. Я попробую, конечно, на монтаже это подправить, но если не получится, не серчайче. Не серчайче. Ребятушки мои любимые. Будет так. Как бы сделаю все, что могу. Как бы могу я немного, я не профессиональный монтажер. Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюком не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль.
Наверное. Ритуал? Наверное. Мне нравится приставочка «наверное». Что? Так, так, минутку, постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Твоя рука как раз подойдет. Стой, что? Да врет она. Я пошутила. Ну, шутка. Идите за мной. Дайте мне сил, сестры, мать, дайте мне сил. Ее, получается, мэджик не только на Датамире работает, а везде, в принципе. Хотя ее магия — это какая-то часть, ну, использования силы по-другому. А сила ж во всей галактике. Ставлю на тебя, парень. Кстати, ну что, я тут, идите еще пью. Пойдем, водичку. Друг. Я очень сильно хотел пивные кружки. Мне друг подарил пивные кружки. Как будет внутри, я возьму на себя их. Охуенные. И собью их датчики, чтобы богомол нас вытащил. Так. А ты найди Голокрон. Зачем разделяться? Как в пивнухах были раньше такие вот типа. Я чувствую. У меня папа в пивнухе ходил, я с ним ходил. Там такие кружки были. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел. Обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора. Самое смешное, я пиво из них еще ни разу не пил. Но я их очень хотел. Вот у меня теперь есть пивные кружки. Я из них пью водичку, когда снимаю вот первый раз. Или, я не знаю, там колу я из них пил. Но пива пока нет. Как бы в больном состоянии, так себе идейка. Так, мы летим на планету, получается, прям. Я думал, мы сейчас пару крейсеров развалим. Чё, Кэл, что такое? Чё ты так дышишь? Что происходит? Что важно, я понимаю, я чуть-чуть не знаю. Что здесь? Ну, на очередную планету идем в очередной раз давать пиздюлей всем. Их причем вдвоем, наверное. ЦРЭ вроде как с нами собралась. Ну, я уже джедай, все, я уже не хухры-мухры, как бы. Меня посвятили. А, под водой мы, класс, я понял. Добавлены записи. Так, я забыл, как быстро... А, вот это. Ага. Самое странное, что под водой вот это быстрое плавание, это рывок. Ну, рывок на Б, уворот типа. Вот, то есть, я сейчас нажимаю вот быстрый бег сейчас, он быстро не плывет. И вот я нажимаю, как бы, рывок, он, ну, рывок делает, все. Так, подожди, это база подводная? Или что? Она точно над водой была. Мы же приземлялись, я видел ее. Или что это, или как-то подземная часть? Где вода вообще заканчивается? Нос чешется. Оборонительный периметр, окей, хорошо. Куда плывем? В шлюз? Что за задание вообще стоит у меня? А, задания нет, я не могу зайти в карту. Не, ну в меню могу, в карту не могу. Ну все, вон подсвечивают шлюз, поплыли в шлюз. Ой, нос чешется вообще. Ненавижу болеть, просто ненавижу. Лучше бы на работу ходил, серьезно. Ходил бы на работу, приходил бы с работы, снимал бы свое удовольствие. Без вот этой всей херни, без больного горла... головы и прочее. Нет, не чисто. Только сейчас. Послушай, как капает. Эй, штурмовик, что? Да я же нажал на сильный удар. Продолжай ускользать. Назад. Блин, он в красный режим вошел, не заметил. Кэл, ты там? Рад тебя слышать, Сара. Где я там? Я выяснила, где Голокрон. Принимай координаты. Ну, далековато. Идем дальше. Далековато немножко. Забрать Голокрон. Я буду снаружи, внутри. Внутри пойду. Погнал. Ой, подожди, открой. Взломай. Можешь открыть? Может. Твои шансы на выживание низки. Очень низки. Да ты посмотри, что я сейчас сделаю. Вообще офигеешь. Взлом. Я его взломал.
А робот еще цел. Жизни у него было меньше явно. Прекрати сопротивление. Да что ты? Это тебе бы бояться до смерти. Менис, а все, робота, вот, вот теперь уже стало страшнее, да? Справился с одним из наших. Теперь ты будешь иметь дело со мной, джедай. Где? С кем? С тобой? С одним? Да не смеши меня, пожалуйста. Даже не смешно. Она. Конечно, хотел я вот этого к себе сразу притянуть, естественно. Ой, блин, ненавижу. Ненавижу. Блин, я же попал. Не колебаться. Да, сражайся. Он ранен. Блин. Ладно, разберусь сразу с этими, с прихвостями, потом буду... Потом буду непосредственно с ними разбираться. Не давать ему шансов на них. Я прям хорошо справился. Надеюсь, все подготовили. Я прям справился. Я даже удивлен, насколько хорошо. Думаю, ему никуда не деться. О, пулемет. Как ты заныкался от меня? Ах ты, подлюка, в спину ударил. Так, я лучше... Да, я пулеметчиков отведу. Не хочу, чтобы под прицелом пулеметов с этим засранцем сражаться. А ты иди ко мне. Иди, 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 иди ко мне. Я тренировался. Да зря, слабо. Меня не достать. Давай. Все. Тут империя тренировала инквизиторов. Здесь они пытали Цера и склонили ко тьме Триллу. Разрушим все в виде один. Прям в него, видел? А, двери закрыть? В смысле закрыть двери? Я расстроен даже как-то. О, робот. Погнали, с роботом сразу разберемся. Дай ударь, ударь, ударь робота. Злом. Теперь робот пошел делать. Так, с этим разберешься, а с пулеметчиком? А с пулеметчиком я разберусь. Все, стой, теперь ты на моей стороне. Контролируй эту территорию. Что это? Впечатляет. Блок управления. Разбитые на секции крылья крепости проектировались для обеспечения максимальной защиты и стабильности в экстремальных подводных условиях. Сложная система перегородок обеспечит возможность затопления целого крыла или отдельных его секций. При попытке бегства, предпринятой важным заключенным. За счет усиленной конструкции щиты могут противостоять прорывам извне и изменениям давления на любой глубине. То есть я в теории могу за это затопить. Необходима станцию. Необходима энергия. Станцию затопить можно. А, так ты ж мне показал. А, подожди. Эту штуку надо перетянуть сюда. Ну давай так. Не-не-не, на синенькую. А чё ты не хочешь? На синенькую держишь ее. Все, подключай. Топим. Да? О, видишь, беди. Вроде бы сработало. Глянем, что там. Вот это взорвал что-то. Это, наверное, не так должно работать, нет? Я отключила щиты на внешней стороне крепости. А, окей. Затопи базу и плыви к центральной башне. Вот это задача. Удачи. А... Встретимся внутри. Понял. Заключённых. Пойдём, беги. Выглядит не очень прочно. Блять. А как? Подожди, подожди. Как-то можно отключить газ, нет? Или это не в этой игре? Можно сбоку просто вот того взять и обойти. К чему эти мои... А, вот к чему здесь не залезть. Хую. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Красная труба, окей, я понял. А, мы обратно не вернемся. Что, окошко выбить? Купаемся, беди. Держи.
А, окей. Все, дали управление? Дали. Да, блядь, Кэл, давай, ёпта, плыви нахуй. На месте крутился, блядь, не слушался управления. Я просто смотрю на эту игру, такой, блядь, что происходит? А, мне надо было в дырку ту выплыть, окей. Всё, я понял. Вот сюда надо было выплыть. Окей. Я не совсем понимаю тогда, зачем я что-то взрывал. Ну, надо было. Если сказали взорвать, что ли, зря взрывать? Это... Взрывать, значит, взрывать, без проблем. Немножко клонов не накинули. О, сканировать, подожди. Что тут? Затопленная секция. Ну, понятно. Явно она под водой. Ой, да отплыви. Вообще, клонов не жалко, это ж клоны. Да и просто инквизиторов тоже не жалко, они ж выбрали свою сторону. Они решили идти на стороне зла. А я на стороне добра. Давай, плыви. Я на стороне добра, я добрый человек вообще, ну не жалко просто. Что ж я могу поделать? Нет, никого. О, можно сохраниться. Я не буду отдыхать, чтобы не восстанавливались враги. Зачем мне это надо? Хотя там все затоплено, по идее. Ну, я просто, если здесь посижу, я сохранюсь. И пойду дальше. Уже рядом. Рядом. Дальше наш черед. Не закрываться! Он не может одновременно отбивать и блокировать выстрелы. Сейчас нельзя допускать ошибки. И его убили. Просто сразу сходу. Куда делся? Беди, что ты хотел сканировать? А, подожди, взломать. Подожди, рано еще. Еще рано, я здесь хочу посмотреть, что происходит. Напоминает зал в храме джедаев. О, это инквизиторы между собой? Но тут много зла. Так пускай они между собой поубирают. О, взаимодействие какое-то. И чё тут я включил? А, я типа усложняю задачу? Себе или им? Погнали, я понял. Мне нужно туда с ними разобраться. Это я понял. Можешь открыть? Может, сейчас добежит. Я просто открыл эти ниши, куда их можно скинуть. Ну давайте, черти, ко мне. Атаковать врага. Давай. Осторожнее. О, минус раз. Блокировать вечно не выйдет. Просто как ложка. Просто. Изи-пизи. Имперская дадё. Страшная комната тренировок инквизит. Тренировок инквизитория. Ёпта, ничего себе. Где инквизиторы и штурмовики-охотники оттачивают свои смертоносные навыки. Посредством беспощадных боевых и силовых тренировок жуткие агенты империи готовятся исполнить свое предназначение. Такой подход основан на страхе, тьме и злобе, диаметрально противоположен обучению, которое проводится в храме джедаев. Слышу. На конструкционе. Пристрелить его! Блин, я хотел скинуть его вниз. Ладно, тоже его. Да, я с роботом разберусь. Блин. Да сильно ударь! Всех же он не победит! А, у меня нету сильного удара этого. Точное попадание. Согласен. Осторожно! Блин, через! Ладно, иди сюда. Да иди сюда. Я тоже как бы не сильно такой уж и благородный. Я их, ну, жестко убиваю, прям жестко. О, вы что вылезли? Удачно я подошел, да? Целый отряд сразу вырезал. Опа. А что это их раздвинули поля?
Ага. А, хотели меня подловить. Хотели подловить, ты понял? Ты что нажать? Жестко. Ой, жестко. Сейчас я с этим разберусь. Все, пошел разбираться с ним. Так, мне нужна аптечка. Все, упади вниз, пожалуйста. Еще вылезет кто-то, нет? Робот на моей стороне, если что. Ага. Ёб твою мать, это кто? Я с таким еще не сталкивался. Заряжаю оружие. Не надо заряжать, пожалуйста. Сейчас я обо всем позабочусь. Так, я подожду, пока немножко робот мне поможет. Чуть-чуть. Я воля императора. Он уходит. Да, я разберусь с базучкой. Так, минус одна проблемка. Теперь с этими двумя. Есть минус раз. И мне от робота прилетело, ты видел? Придется тебе постараться. Ты быстро. Да ёп. Получай. Есть, ну наконец-то. Все, все? Спасибо, дай-ка я сохранюсь. Не, надо помедитировать, надо, ну, восстановить. У меня Steam ушел, у меня жизни ушли. Отдохнуть, я надеюсь, я сейчас не вылезу. А вот и мы снова. Так, дерево навыков. У меня одно очко есть. У меня есть одно очко, в принципе, как и у всех. Мне надо его прокачать. А, у меня все, у меня больше нету. Везде по два. А нет, стоп, что тут у нас? Где-то было одно. А, нет. Надо собирать еще. Надо собирать еще. Все, сохранение сделали. Никто больше не вылез. Я отдохнул прям. Ну и нормально. Ну и все. Отличный момент, чтобы закончить серию. Мы с вами продолжаем прохождение Звездные войны. Джедай, павший орден. Так, у нас что там? В прошлой серии мы на базу залезли. Эй, Биди, иди со мной. В прошлой серии залезли на базу, где делают инквизиторов. Привозят сюда джедаев. А увозят отсюда инквизиторов. И то есть прям в этом зале они тренировались, и тут мы прям им всем немножечко, чуть-чуть так дали люлей. Всем, чуть-чуть, совсем. Давай посмотрим. Идем дальше. Нам нужно как бы у нас... А, у нас была встреча с Трилой. Трила у нас украла Галакрон, потеряла свой меч. Я забрал меч, отдал Цере. Цере возвела меня в джедаи. Так, я буду стоять здесь, пускай стреляют. Ну? Это крыло для допросов, ты понял? Вот так вот я буду это делать. Я не хочу, чтоб, ну, мне надо разобраться с ним. Это будет очень неудачная позиция. Вот так вот. Пускай ко мне пока идет, а я тут дальше подкидываю. Не достану. Я не паду. Это тебе так кажется, родной, это тебе так кажется. Да. Понятно. Готов. Все, теперь разберемся с остальными. Ну, на самом деле, такая, знаешь, немножечко не очень удобная позиция для борьбы здесь с ними. Но я все равно их всех достану. Как-то в прошлый теперь раз... Кэл, я рядом, но за закрытой переборкой. Рядом с тобой есть консоль. Открой ее. Я понял, отдайте мне камеру, пожалуйста. Отдайте мне камеру нормально управляться. В той комнате как-то было посложнее сражаться. С этим чуваком, с большим. Это типа топор двуручный у них такой, магический. Нашел. Это типа у них такой вот топор. О, ясно. Она теперь, видишь, все, она ж взяла меч. Она как бы опять пользуется силой. Но это меч Трин. Красненький. Это не меч... Я забыл, Цере, это не меч Цере. Впечатляет. Ты как там, в порядке? Обо мне не волнуйся, миссия важнее.
Но как же приятно тут все разрушать. Это плохо. Нас держали в этой тюрьме. Жаль, только спасать здесь уже некого. Так если некого, жаль, да, все затопнет, да, все. Как и мне. Но разве у нас был выбор? Понимаю. Нам надо идти. Да, быстрее закончим. Видишь следы Триллы? Нет, пока нет. Они держат Голокрон внутри камеры для допросов. Это самое надежное место в крепости. Открываю тебе путь к Голокрону. Отыщи Голокрон. Я с ними разберусь и присоединюсь к тебе позже. А где открыла, собственно? А, туда? В общем, что я хотел сказать? Ничего, я, наверное, забыл, что... Я хотел что-то сказать, забыл. Ничего, потом вспомню, скажу. Но есть у меня такое впечатление, что скоро история-то закончится. Мне кажется, что она как-то... Похоже, это турболифт. На нем можно выбраться. А зачем мне выбраться? Мне вон туда надо. Мы вот вроде сейчас как, ну, должны какую-то точку поставить в этой истории, я так думаю. Ну, в смысле, конкретно в этой части. Есть же продолжение, которое я буду... Которую я буду играть потом. Ну, если. Если получится, посмотрим. Если я стану сильно больше зарабатывать, тогда сыграю в игру за $70. Ты хороший друг. Впервые вижу такое. Продвинутые технологии даже для империи. Система безопасности внутри крепости. Система безопасности внутри крепости представляет собой сложную сеть, управляемую мостами, крыльями, переборками и порталами. За счет использования многоуровневой отказоустойчивой структуры империя контролирует каждый уголок сооружения и мгновенно реагирует на любые происшествия. При необходимости вся крепость может быть намеренно разрушена или затоплена для предотвращения побега заключенных. Я считаю, нам надо украсть Голокрон и нахрен затопить всю эту крепость. Просто сразу же, без предупреждения. Просто сразу стартуем, выберемся мы отсюда или нет, это уже вопрос следующий. Но крепости этой существовать не должно. Мне предлагают сохраниться. Стопудово впереди меня ждет Трила. Стопудово. Беди, ты упал? Нормально, живой? Я прям над пропастью с меня спрыгнуть решил. Так, все, отдыхать не будем, смысла нет. У меня full HP, full Steam и все хорошо. Ты хотел что-то отсканировать? Давай отсканируем. Их сломали, избили и обратили к темной стороне. Камера допросов. Центральная камера допросов крепости является комнатой пыток, в которой захваченные джедаи, владеющие силой, подвергались страшной процедуре, призванной обратить их в инквизиторов. По прямому распоряжению императора Палпатина это сооружение проектировалось для психологического и физического изнурения заключенных, чтобы они поддавались темным принципам инквизитория. Именно здесь погибают джедаи и рождаются инквизиторы. Блин, плохое место его, я же говорю, надо уничтожить. Еще одна закрытая дверь к твоим услугам. Ну что, Трила ждала меня? Где Трила? Должна быть здесь. Да меня стопудово она пытается заманить в эту штуку, чтобы я там туда попал и стал тоже инквизитором. Нет, я не стану инквизитором. А, Трила, пожалуйста. Откуда у тебя меч? Ты ж его потеряла. Твой же меч у ЦРЭ. Или ей просто новый дали. Ну погнали. Погнали. Тихо, спокойно. А, я прыгнуть хотел, не успел. Я не знаю, как с ней сражаться. У нее какие-то странные удары. А, вон, я чуть-чуть жизни все равно снял. Блин, черную не, красную ж не пробьет, а. Она меня жестко прессует. Она меня прессует прям жестко. Ты пожалеешь об этом. Так, дай мне Steam. Быстрее, Steam дай. Бросай Steam. Хо-хо-хо. Нет, Трила хорош. Трила прям хорош на самом деле. В прошлый раз я как-то с ней получше справлялся, нет? О, пошла. Трила. Я видел, немножечко попизди чуть-чуть во время боя. Знаю о твоих страданиях. Самую малость. Еще не поздно простить. Простить?
Моя боль придала мне сил. Я знала, что ты придешь за ним. А спасибо. За что спасибо? Ты ж мне его упала, получается. Тебе не выбраться отсюда живым. Тебе не победить. Ты что делаешь? Это что за удар такой был? Я еще и профукал на тебя. Тихо, отойди. Тебе не уйти. Прыжок. Опа, уворотик. Уворотик хорош. Теперь не вижу, где она. Надо на нее нацелиться, точно. Икс, погнали. А слушай, у нее жизни тоже не так уж и много осталось. Главное, чтобы у нее стимпаков не было таких же, как у меня. Еще ой, светошумовушечка. Ох, бля, плохо. Нужна помощь. Никакой точности. Не надо меня убивать. А, она у меня забрала силу. Вот что это за такой за приемчик. Блять. Но она жестко прессует. Все, Голокрон у меня. Ты ж её не убьешь? А, она убьет. Голокрон у меня. Все, можно уходить. Это мой шанс. Что шанс? Ну давай. Я не знаю, что убить его хочешь? Это ж плохое решение. Меч выключи. Все кончено, Трилла. Это еще не конец. Этот бой окончен. Я знаю, что тьма поедает тебя изнутри. Но каждый день мы выбираем, накормить ее или гнать. Все это зря, Цере! Нет, не зря. Я понимаю, что мой выбор лишил тебя права выбора. И я подвела тебя, Трилла. Я подвела. И мне ужасно жаль. Она сейчас встанет, ну как бы избежит, скорее всего. Но я тоже не говорю, что ее прям убивать надо. Как же я ненавидела тебя. Ее по факту сломали пытками просто. Ну это не ее выбор. Дарт Вейдер? Серьезно? Это серьезно? Сейчас будем с ним коситься? Давненько его не показывали. Здорово, дед. Жив еще? Заебал. Не нравится мне это. Еще бы. Это очень хуево. Это он. Ты не знаешь, кто это? Она пошевелиться не может, он ее держит, походу. Ты подвела меня, инквизитор. Отомсти за нас! Это кому нас? Нет! Братан, ну тут либо бежать, Никак либо драться. Не сдаться. Не, это вообще не выбор. Да. Пожалуй. Мы будем драться с Дартом Вейдером, ну серьезно? Это жесть какая-то, он же меня сейчас убьет. Не. Я кнопки нажимаю. А, во, прицельтесь. И что, прицелиться? А, вот что надо сделать. Все, теперь понял. Ах ты чертила, а? Ну, Дарт Вейдер силен. Тут с ним как бы, ну, и особо-то и нечего сражаться. Все, бежим так бежим, окей. Это стреляют по кому? По мне? Бежим. Так, а, о, вижу, понял. Все, турболифт, хорош веселиться. А, вох, кнопка. Поехали. Дуем отсюда.
Газуем быстрее! Мы еще не готовы к Вейдеру. Поехал? Нормально. Хорошо. Все. Дарт Вейдер, слушай, ну серьезно. Лишь единицам удалось пережить встречу с самым могущественным ситхом галактики. Спастись можно только бегством. Дарт Вейдер, огромный темный лорд ситх. Ну понятно, мы знаем, кто такой Дарт Вейдер. И типа, я удивлен, что его вообще здесь показали. Я думал, они отошли от этих старых, типа, персонажей, героев. Они новых ввели. И ты, типа, там, сестры, хуёстры, новые джедаи и прочее. И, кстати, тоже анекдот был. Мы оторвались. Ну, Цере убили, как я бы. Я-то в порядке. Ну, Цере. Три. Я не подведу. Трилу как бы понятно, что, скорее всего, она бы это не пережила, потому что ее уже сломали, и она не могла бы стать джедаем, но... Парень, как слышно? Не отвечают. Ответит. Я в этом уверен. А, Мэрин на корабле сидит. Здесь. Направляюсь наверх. Будьте готовы. Галакрон у меня, но... Ну, хотя бы Галакрон забрали, на самом деле. Она не смогла, Грис. Цере? Выбирай... А, вот Адарт. Я думал, что как бы пронесло. Нет, не пронесло. Просто, ну, судя по его могуществу... Только не барянчика! Судя по его могуществу, он должен нас был размазать просто, ну, в лёд сразу же. Отдай Галакрон. Не отдам. Ты не получишь его. Посмотрим. Сейчас включит меч. Класс. Он еще и барянчика подбил. О, Цере. Слушай, под конец игры решили поудивлять. Забрать детей. Ты кому это рассказываешь? Он в самом начале своей карьеры как бы кучку юнингов перерезал. Для него это вообще не аргумент. Сколько ненависти. Из тебя бы вышел превосходный инквизитор. Ты сильнее этого. А на темную сторону сейчас привлечет? Ну, походу, если нет, она посадила... Ой, пошел, не сверлите, только не сейчас, у меня здесь такое это. О, не слышно, нормально, микрофон не ловит, отлично. Она наполнена ею. Замечательно. Цере, эй, послушай меня. Всегда есть выбор. А нет, она уже не знает другого. Или светлый сейчас прикрывается. Это типа блок из светлой стороны силы? Просто она как бы познала темную сторону. Она понимает, что темная сторона сильнее, типа, и, ну, вот в экстренной ситуации она опять типа, сразу к темной прибегнула, даже не задумываясь. Вот просто, чтобы ты понимал, начали сверлить. Вот когда я сказал, сколько уже сверлят? Минуты 2-3 без перерыва, блядь. Ну, можно так сверлить, я не представляю. А, не хватило воздуха, да, чуть-чуть? Самую малость. Чуть-чуть не дошли, не доплыли чуть-чуть. Удивительно, что Цере жил вас. Слушай, я думаю, все, Цере, у Цере все. А здесь получается классический закон кинематографа. Эй, парень. Если прям в открытую не показали, что персонаж умер, он значит не умер. Цере. А Цере просто как бы откинул. Она жива. Жива. Улетели, Галакрон у вас? И ты... Получилось. Не, все-таки слышно немножко. Блин, плохо. Ну, ребят, постараюсь убрать на монтаже, но как выйдет. Полегче. А где все? Они там... Эй, куда? Погоди же! О! Прости. Какие нежности. А что ты так, я не понял. Там в воде была ты, да? Рада, что ты жив. Он не отходил от тебя. Вот только сейчас перестали. Я потом ради интереса просто посмотрю. А, кстати, если ты сейчас только услышал мой голос, то у меня сверлили. И, возможно, это так сильно помешало микрофону, что я его отключил, скорее всего. Я не знаю, что я на монтаже еще сделаю. Но если вдруг я что сидел теперь? Без голоса, то ты понимаешь, почему сверлили. Что ж, капитан, это конец моего фрахта. Что? Ты выполнил свой контракт. Спасибо, Грис.
Ну, если ты не против, я тут подумал, что, может, мне стоит остаться и отвезти вас куда захотите. А сейчас что мы будем делать? Парень вроде равняется на меня. Гривз, блин. А что с этим? Используем. Чтобы возродить орден. Следующее поколение джедаев. Империя охотится за нами. Будет и за ними. Вам надо восстанавливать. Жизнь каждого ребенка из списка будет изменена. Но не нами. Их судьбы следует доверить силе. А, типа мы не напрямую их будем искать? Куда теперь? Я понял, что он сделал. Он решил, что не хочет охотиться на детей и учить их быть джедаями. Типа, ну, история будет их в руках силы. Типа, станут джедаями. А уничтожил, чтобы к ним, типа, не попал в руки империи, получается, их не убили. Ну, ясненько, закончили. Закончили, получается, мы... Что это? Павший орден, да? Я уже забыл. Какие, блядь, такие названия длинные. Каждый раз... Да, это Павший орден, а вышел Феникс. Что могу сказать тебе по поводу игры? Что могу сказать? Прикольная. Могла бы быть попизже, конечно. Могла бы быть покруче. Не огонь. Мне абсолютно не понравилась система лутинга вот этого. Ищешь ящики, меняешь цвет светового меча и накидки, все. То есть вся игра, по сути, ты просто бегаешь, одинаково режешь... имперцев, червяков, тарантулов, пауков, и все. История неплохая, но что-то, знаешь, уже такое чувство давненько по Звездным войнам сложилось, что они просто пинают труп, чтобы больше денег из них высыпалось, из монеток, и все. Там после приказа 66 уже, ёпта, больше джедаев выжило, чем было их. На моменте сверления моих соседей будем заканчивать серию. Серия получилась очень длинная, потому что я две в одну вложил. Я не стал их разбивать на отдельную серию. Вот такая вот игра. Вот так вот мы поиграли. Я думаю, что было тебе интересно. Надеюсь, что было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Увидимся в следующих сериях. Надеюсь, без моих ебучих соседей, блядь. Сука. Все, блядь. Да, блядь. Даже слово последнее сказать не могу. Все, счастливо, пока, до свидания. Увидимся в следующих сериях на канале.